Сейчас такая опасная ситуация была. Идем, значит, с собаками вот так вот. И там, значит, поворот. Ну, как обычно, да? Я ничего за поворотом не вижу. И Джинка вот так вот пасется. Метров 10-15 вот от меня. Вот примерно где вон та вон елка. И вот из того поворота, вот видите, поворот, вон кусты, и там за поворотом ничего не видно. Там были высокие деревья и кусты, там вообще ничего не видно. Тут и видно будет, если человек пойдет, его видно. А там вообще ничего не видно было. И тут выбегает из-за поворота Бигль. Остановился, на нас смотрит, и Джинка где-то вот тоже стоит. А я Джину сразу, хоп, говорю: Джина, ко мне. А она такая овца, знаете, он, видите, я сказал, ко мне, она сразу встала и оглядывается. Она овца, когда я говорю: Джина, ко мне, она вместо того, чтобы ко мне сразу бежать, она останавливается и оглядывается по сторонам. Почему я ее позвал? Потому что она знает, если я ее экстренно как-то зову, она сразу понимает, что где-то кто-то идет. И такая стоит, по сторонам смотрит. Увидела Бигля и смотрит. Я говорю: Джина, иди сюда, говорю. Она, хоп, только ко мне бежать. Опять раз обернулась, посмотрела. И обратно ко мне побежала. Вот. Я говорю: фу, хорошо. То есть она увидела эту собаку, посмотрела чуть-чуть на нее и побежала в мою сторону. Молодец, блин. У меня сразу это, фу, как отпустило. Сейчас вот попробую, смотрите, еще раз. Вот. Джина, ко мне, ко мне. Видите, оглядывает. Посмотрела туда, никто не идет, и пошла спокойно. Ко мне. На тебе за это вкусняшку. Молодец, пошли. Вот такая, друзья, ситуация. Ну, у нас так часто бывает. Хорошо, что Джинка вот слушается меня. Если я вижу, она... Я ее подзываю, она подбегает. Поэтому хотел вот с вами поделиться. А вас попрошу поставить лайк, написать комментарий, потому что ваша активность помогает продвижению канала. Ну и, конечно же, мотивирует меня снимать все новые и новые ролики. Рассказывать буду вам какие-нибудь истории, если вам интересно. Да, Джинка? Все, друзья, пока-пока.